пришла за мной. Нам не сбежать. Этот мир слаб. Мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными, и теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы прореживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко. И жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно. Жертвуй слабый. Илай, я их вижу. Вперед! Ну и жесть. Выйди, проверь там. Боже, больно. Видно, гнили здесь не один день. Уокер, открой окна. Да, сэр. И вырубите долбаную музыку. Блин, это Салли. Давно он у них. Зачем нам это? Одни трупы. И все-таки проверь. Вечно я проверяю трупы. Твою мать! Что? Вот черт. Тут живая. Уокер, подгони тачку. Да, сэр. О, боже. Прости меня. Помоги-ка мне. Илай, это... Ага. Откуда здесь взялся помощник? Видно, Яков любит не только нас. А ты крепкий орешек. Мы тебя вытащим. Мы повезем ее в логово? А куда еще? Тэмми будет недовольна. Не думай, Тэмми, она поймет. Выбей-ка это.
Ты что, вконец долбанулся? Успокойся. Мы с Уити решили... Ах, вы решили? Эй, я тут максимум наблюдатель. Это глупо. И очень опасно. О чем вы думали? А что мне было делать? Бросить ее. Тэмми. Она торчала там целую вечность. Люди потом меняются навсегда. Я знаю. Ей нельзя верить. А тебе говорили так же. К счастью, я не послушал. Это не обсуждается, она нам нужна. И хватит об этом. Понятно? Ты прав. Она все поняла. Вали! Меня-то за что? Я серьезно. Ты нам нужна. Отдыхай пока. Эй, чё, как? Выглядишь дерьмово. Эй, тебя Элай ждет. Иди поговори с ним. Надеюсь, веслоносы в этих местах не врут. Праймал, прием. А, вот и ты. Мы следили за тобой, помощник. Да, что ты понравилось. Ладно, давай к делу. Хорошего солдата я вижу сразу. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя эдемщики не ожидают там увидеть. Помощник, только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей. Удачи. Вы же тут всегда на чеку. Я перегнула палку. О, ты-то мне и нужна. Консервативов в штате. Между прочим, это важно. Их в плен взяли или просто прикончили. Я уже говорил, если тебя заметят, то убьют всех наших. Так что не попадайся им на глаза. Проберись по сточной трубе. Но... Тихо и спокойно. Меняю позицию.
Легко. Ба. Осознать не успеют. По делам тебе. На твоем надгробии не уйти. Отсюда никто не возвращает. Расплюнуть. Слишком просто. Мне это снится. Помоги, я перед тобой в долгу. Двоих ребят схватили в шунели Гладкокола. Что мы здесь закрыли? Я тебе должен. Бери, я настаиваю. Прошу тебя, спаси наших у пасти дьявола. Я иду. Надо запасаться разным добром. Мало ли, вряд ли с ними будут проблемы. Начинай копать им могилу. Но кто будет ему темнее? Вы поймете, что это было необходимо. Если убьем кого-то, всегда можно найти новых. Мы подождем здесь, в тишине. Знаешь почему? Потому что за тобой никто не придет. Что тебе, моя жизнь? Интересно, они знают, что их ждет? Как же меня угораздило? Я иду. Когда закончим жатву, можем это спустить. Лучший день, моя жизнь. Они могли бы помочь нам с жатвой. За что мне эти мучения? Да что здесь такое творится? Это то, о чем я думаю. Надо найти убийцу! Меняю позицию. Тебе не жить, грешница! Слышь? Будет сделано. Спи спокойно, тварь. По заслугам. Я иду за тобой, грешница! Мы готовились к стихийному бедствию или кризису, а тут сумасшедшая секта. Я вообще не при делах. Я тебя закопаю! Вот так! Не просто. Спасибо, помощник. Нас было больше. Забрали в пасть дьявола. Тебе повезло, что я рядом. Снаружи еще один. Чертовы эдемщики. Вы-то... Спасибо. Пасть дьявола. Скорее, отправляйся туда. Плохо дело. Двух ребят забрали к пасти дьявола. Если эдемщики нас обнаружат, это конец. Иаков готов на все, чтобы выйти на волчье логово. Если наши откажутся говорить, их сбросят с утеса. Пасть дьявола к югу от тебя. Гони, помощник. Отличная работа. Мы отнимем у Иакова эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Помощник, я хотел узнать, как ты там. На днях мы потеряли два патруля. Вокер, помнишь его? Парень, что заикался. Вот, он пропал без вести. Так что береги себя. Мы без тебя пропадем.
Это наш шанс. Пасть дьявола прямо в туннеле. Полегче. Впереди блокпост. Полегче. Впереди блокпост. Дьявол велит тебе молчать, но Бог заставит заговорить. Я кого-то вижу. Это наш шанс. Осознать не успеют. Ба! Да, черт! Попались, уроды! Сдохни, срань! За церковь! Ку-ку, падлы, я вас вижу! Катись в ад! Внизу! Я пошла! Черт, святоши близко! Круто! Вижу эдемчик! Патроны кончились! Рез, смотри! Боюсь, спасибо! Черт, меняйте! Лови гранату! Черт возьми! Блин! Сука, как же больно! Тварь! За благосклонность Сидов! Пошли! У нас гости! Испытаем твой грешный дух! Соси лапу, абсос! Прорядим с тобой! Отпад! Черт, я уж думал, лететь мне с обрыва. Хороший враг. Все здесь. Вот так и действуют выживальщики. Ты действительно очень нам помогла. Наши явно воспряли духом, и, может быть, кто-то еще захочет к нам присоединиться. Черт, я знал, что Тэмми тебя недооценивала. Поздравляю, теперь ты одна из нас. У меня есть для тебя работа. Зайди в логово.